Техническое преимущество он сейчас для своей команды добыл быстрым голом. Ну что ж, вдвоем против одного вратаря в такой ситуации спасти ворота практически невозможно. Да, хочешь бей, хочешь отдавай пас. Да. Вот эта передача от Гризмана пошла. Момент для удара. И получается у него забить. Очень серьезное психологическое преимущество он сейчас для своей команды добыл быстрым голом. Один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. И это гол. По-моему, вратарь даже не понял, что происходит. Да происходит вот что. Шикарная передача и завершение такое же. Классик. Счет 2-0 у нас. Антон. Вот эта передача от Гризмана пошла. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику.